ценовые рамки, да, на рынке. Мне понравилось очень, ну, скажем так, ну, откровенная спортивность подвески в плане управляемости. Но, с другой стороны, у Авиа нового она сделана, мне кажется, чуть-чуть жестковато пережата, и когда ты проезжаешь тех же полицейских, да, лежачих, то, конечно, машина в градусе достаточно сильная. Сегодня происходит у конкурентов, да, в этом смысле. Но, с другой стороны, спортивная составляющая управляемости, да, когда у тебя жесткая зажата подвеска, она идет на пользу дела. Другое дело, что с тем мотором, который есть у этой машины, да, с той коробкой, которая имеется, ступенчатый автомат, ожидать, конечно, особого спорт-режима не приходится. Они уже имеют лет 20 на такое ощущение, вот этот автомат, они как не могут отказаться. Я быстро о своих ощущениях. Удалось поездить же нам на предыдущем «Шевроле» Авиа. Я правильно, и доктор как раз у нас есть. Давай мы чуть-чуть поиграем, как раз, который... Доктор, вы уже... Доброе утро. Здрасте, доктор. Доброе утро.